Ну, я могу предположить некоторые гипотезы, но нет абсолютно никакой информации, почему это для США болезнь. Существует гипотеза, что у США нет соответствующих технологий. Не берусь по этому поводу ничего сказать, я этого не знаю. Но дело в том, что если уж наше сотрудничество начинает останавливаться, оно будет останавливаться и в других местах. В то же время, в самое ближайшее время начнутся мощнейшие геополитические изменения в мире, которые могут принципиально изменить соотношение сил и могут даже привести к тому, что на мировой арене появятся новые ядерные державы. И в этом смысле приостановка сотрудничества между Россией и США ведет к резкому увеличению вероятности этих событий. Для США это крайне болезненное обстоятельство, поскольку именно они себя позиционируют как главного хранителя мирового порядка. Если уж они даже ядерные технологии контролировать не могут, то зачем они вообще могут? И с иными словами, это достаточно сильный удар психологический по статусу Соединенных Штатов. Соединенных Штатов Америки. Так что это, в общем, достаточно в рамках геополитической схватки вполне себе сильный ход.